Сейчас прозвучит песня, которая окунет вас в ностальгию, заставит немножко взгрустнуть. Всем привет, меня зовут Раиль, но треки я выпускаю под ником Арслан. Недавно у меня состоялась премьера песни «Где моя юность?». Где моя юность, что грела надеждами так много лет? Прослушать можете абсолютно на любой музыкальной площадке, ссылочки будут в описании под видео. А сейчас я исполню акустическую версию данной песни, а в конце покажу, как играть ее. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, погнали! И все впереди. На крыше тусовки, где встретим мы рассвет. Забыв интернет, признание в любви, где горят фонари и прогулки до самой зари. Если будут искать, и мне говори, где мы потерялись одни. Где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках дым сигарет. Это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент. Все еще помню родные края, но уже не вернуть то, что было вчера. Куда мы спешили, я не пойму, куда. И мы разучились влюбляться в поисках денег и глянца. Зачем эти ваши запреты? Ведь были моменты, когда бесконечным казалось лето. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент. Как давно не было разборов на моем канале. Вспомните времена, когда чуть ли не каждый день я выпускал разборы, и многие из вас научились играть на гитаре благодаря этим видео. Ну а сейчас давайте посмотрим, как играть мою песню. Первый аккорд Е. Второй аккорд F диез мажор на втором ладу. Третий аккорд G решетка M. То есть соль диез минор или ля бемоль минор. И четвертый аккорд Ре диез минор. D решетка M или по сути EBM. Начинаю песню играть со вступления. Зажимаем третью струну на первом ладу, одновременно дергаем шестую и первую струну, потом третью, первую, третью, первую, третью, первую, третью. Еще раз. В конце квадрата мы мизинцем зажимаем четвертый лад, дергаем его и еще третью струну. Итого. Меняем аккорд, зажимаем шестую и вторую струну на втором ладу. Вот первым и вторым пальцем. А третьим пальцем зажимаем третий лад третьей струны. То есть дергаем шестую и вторую вместе, потом третью, вторую, третью, вторую, третью, открытую вторую, третью. Дальше нам нужно вот этими тремя пальцами зажать четвертый лад на шестой, третьей и второй струне. И тоже проиграть перебором. То есть шестую вместе со второй дергаем, потом третью, вторую, третью, вторую. Еще раз соединим. И
четвертый аккорд. Ре, диез, минор, дергаем пятую и вторую струну вместе, потом четвертую, третью, четвертую, третью, четвертую, третью, четвертую. Вот такое вот вступление, один раз проигрываем, и далее начинается первый куплет. На каждом аккорде в первом проходе играем такой перебор. То есть дергаем шестую, пятую, четвертую, третью, ждем. Вот только на последнем аккорде дергаем с пятой струны. Итого... Нам 18, и все впереди. На крыше тусовки, где встретим мы рассвет, забыв интернет, признание в любви, где горят фонари и прогулки до самой зари. Дальше во второй проводке мы играем шестую, пятую, четвертую, третью, вторую, третью, четвертую, пятую. То есть рояльный перебор вниз и вверх. И на последнем аккорде просто удары вниз. Тут начинается дабстепный бой. То есть удар вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. То есть вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Следующий аккорд F диез. Вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Третий аккорд вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. И последний вниз, вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Поем. Эй, где моя юность, что грела надежды не так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, срочный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. В вокальном плане не очень высоко я в этот раз взял тональность, поэтому удобно будет петь. Эта песня войдет в грядущий альбом совместно с Никитой Марвелос, поэтому ждите, осталось до премьеры совсем чуть-чуть. Присылайте ваши каверы в инстаграме, лучшие буду выкладывать, там же и проведу конкурс каверов на эту песню. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и увидимся, пока!